Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, мы с вами, короче, в прошлой серии, значит, зачистили депо, вот, но смотрите, там все равно появились, короче, бандиты. Вы в комментах написали, что, в принципе, депо это очень забагованное место в игре, короче. Там, собственно, там постоянно, бесконечно респавнятся враги. Вот, респавнятся, короче, эти бандиты. И смысла их убивать постоянно нет. Вот, потому что они будут бесконечно там появляться. Также там во время боя, короче, может пропадать оружие. Мы, в принципе, в прошлой серии с этим столкнулись. Вот, у нас пропало оружие. Мы там... Что-то я там бегал, короче. И оно появилось. Вот. Собственно, короче, мы забиваем хрен на депо. Вот, мы, в принципе, выполнили то, что нам нужно было. Вот. И получили севу. Получили севу, короче, комбинезон. Наконец-то, нормальная броня. Вот. Только надо посмотреть ее в деле. Так, также, кто помнит, я, короче, поставил себе минус 6 радиации и поставил себе плюс 20 веса. О, кровотечение. Окей. Так, погоди. Леха. Так, погоди. Это... Я тут все, да, я все в прошлой серии подготовил, поэтому мы с вами отправляемся, короче, по сюжетке вот сюда, собственно, получать у диггеров информацию о клыке. Ну, выдвигаемся. Также мы попали, короче, с вами в, под выброс, вот, спрятались. Только странно, почему народ, короче, вот этот весь, который сидел здесь... Он был, короче, на улице. Вот. А, погоди. Я пойду через с этим, с проводником. Почему народ сидел на улице при выбросе, короче, и никто не умер? Почему именно один я должен, короче, прятаться в этот куда-то там? Вот. Так, куда можешь меня отвезти? Так, барахолка, рыбацкий утр, блокпост, приемник, да, наверное? Да, наверное, блокпост, приемник. И оттуда мы с вами отправимся, короче, искать диггеров и узнавать у них информацию о клыке. Други стрелка. Клык же был, короче, в отряде стрелка, насколько я помню. Вот, там, по-моему, был... Бляха, я уже не помню, кто там был. Там был стрелок, клык, доктор, по-моему. Еще какие-то там были. Еще какие-то там были в группе сталкера. Ну, что расскажешь? Так, вот это я заберу, потому что он пригодится. Ну, рассказывай давай. Так, ну-ка. Слушаю тебя. Могу помочь. Именной пистолет. Ну, бляха, я не буду искать там именные пистолеты. Вот это все. Пойдем, короче, по сюжетке. Вот. Дальше там посмотрим уже. Будем выполнять побочные тоже квесты. Но, ну, что-то меня не горит вот это вот. Искать, короче, пистолет. Как-то слишком неинтересно. Вот. Хочется, знаешь, так, дополнительное, если задание, хочется какое-нибудь интересное задание такое, вот, знаешь... Какую-нибудь. Так. Ага. Смотрите. Плоть там ходит. Тихо там. Вот эти вот зеленые вот эти свечения. Может быть, там есть артефакты? Я не знаю. Давайте залезем, проверим. Ой, сори. Сори, масори. Возможно, есть как... Бляха. Возможно, есть какой-нибудь... Да, о, смотри, артефакты есть. Хорошо.
Воу-в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 оу! А ты смотри, короче, оно это, вроде как, изначально не тратило мне жизни, короче, да, хп, а потом как-то бац, просто моментально просто мне все хп это... Так, ладно, надо аккуратно, спокойно. Леха! Да в смысле? Как мне туда пройти? Как пройти? Где мой болт? Где мой болт? Как мне туда пройти? Да в смысле? Я вот кидаю, здесь ничего нет. Аккуратно. Да бляха, в смысле? Я вот кидаю, а почему не срабатывает-то? Почему не срабатывает? Я хочу эти артефакты, там целых две штуки, я хочу эти артефакты взять. Так, болт. Так, аккуратно. Под ноги кидаю, аккуратно. Тихо, аккуратно, спокойно. Аптечка. Бляха, прям в воде. Прям в этой воде. Колбасой, батоном лечимся. Так, это я забрал. Хорошо. Тихо. Сохраняемся. Я сейчас все аптечки, короче, потрачу здесь. Отлично. Без резких движений. Все отлично. Так, чувак здесь. Ай-я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 й
Бляха, и не сохранился, да? И не сохранился. Ну вот прям... Да ёпте! Беги, беги ты оттуда, беги! Фу, бляха! У меня ни аптечек, ничего нет! Надо побырый, короче, побырый сейчас это... Так, так... Погнали! Раз! Двас! Трис! Да ёпте мать, а! Задрал, я туда, я кинул этот сраный болт, почему она не сработала? Что за бред-то, бляха? Вот бляха заморочился-то, ёпте мать, вот попёрся-то, вот как ты... Всё, вали, вали, вали. Так, а что я хоть взял-то? Химический ожог. Здоровье плюс 2. Да это продам все. Это жесть, просто жесть. У меня теперь ни аптечек, ничего нет. Мне нужны аптечки теперь. Что за место? КамАЗ. КамАЗ зарытый, здесь ничего нет.
А, я думал, нифига себе, это спуск вниз. Да, автомат мне выбери. Бляха, здесь, наверное, тоже что-то есть, ну. Но у меня, бляха, опасно лезть туда. Не, вроде ничего нет. Вроде ничего нет. Так, ладно. Немножко затарились, короче. Это продадим. А, я думал, там эти враги. А это точка показана, что... А да ладно, все убиты, что ли? Отличная аптечка. Отличная аптечка. Портал к Лыкуту деталь, которую мы нашли в Суроне. Но Клык долго матерился. Сказал, пока не найдем остальные детали, денег не даст. Мы посидели, репы почесали, в общем, решили отправить догонку за ним Васина. Васина язык без костей. Глядишь, и уболтает Клыка дать хоть часть денег. Только бы и не напоролся на кому-нибудь по дороге. Леха. Бандиты. В смысле, а где воюют? А, вот, Свобода, короче, с бандитами воюет, получается. Так. И что? Получить информацию от диггера-посланника. Это где? Ух ты. Куда отправился Клык? Ладно. Сейчас я здесь еще пошмонаю. Яха. Зачем мне вот патроны пистолетов? Вот эти вот... Мне и так как навалом. Мне что-нибудь интересное дайте. Так, ладно. Погнали диггера-посланника искать. Что-то мне подсказывает, что он тоже мертвый. Хотя, а нет, смотри, живой вроде на карте показан. Так, туда пока соваться не буду. Почти у цели. Сидит. Сидит, бляха. Осторожно, мужик, тут собак дофига. На камни быстро лезь. Бляха, 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 бляха. Убить слепых псов. Мутанты. Мутанты. Огонь! Огонь! Денег, денег, денег. Пошли вон, шавки недоделанные. Да в смысле ты меня скидываешь с этого? Да что такие живучие-то, бля? Тихо, 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 тихо. Не скидывай меня. Фу, сволочи! Отстаньте от меня! Фу-фу-фу. Я перезаряжаюсь, быстрее! Дурачье, нас так просто не возьмешь. Болт вам ржавый. А то! Только ты опасно тут бегаешь, бляха, по этому камню меня чуть не скинул. Спас меня. Я Васян, будем знакомы. Эх, ну ты только прикинь. Иду я это на запад за сталкером одним. Никого не трогаю. А тут эти твари безглазые. Загнали меня сюда. Хрен в одиночку выберешься. Я, блин, у них 3 обоймы высадил. Они все прут, уроды. Да, сталкера перещи свищи. Вот что обидно. Он уже, небось, в темной долине давно. Ну, привет. Ну, привет. Ну, здорово. Так, Клык в темной долине? Стой, 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 стой. Что ты можешь мне предложить? Я деньги принял, а тебе придется еще своим дрыгалками дочапать до тайника в обрезе трубы.
И сколько мне это? 500. Что там лежит? Флешка с данными о дульном тормозе для пистолета. Ха! Давай. Так, уничтожить. Так, а где тайник, он говорил? Колян инфу скинул, что квел и прячет. Это вот это? Колян. Его Васян же зовут, нет? Ну? Васян. Так, а где ты мне сказал? Я что-то, бляха, пропустил все. С этим дульным тормозом. Или это ему Колян сказал? Ладно, отправимся туда. Так, собственно, отправиться за Клыком в темную долину. Но, я не был, знаете, где еще, я не был здесь, в принципе. Ну, сюда вот я не знаю, я, наверное, не пойду. А, деньги я принял, вот. Вот сюда мне надо. За флешкой. Так, окей. Слушаю тебя. Хорошо. Ну, значит, получается, короче, мы сейчас сходим вот сюда и отсюда отправимся вот сюда. Забрать, короче, флешку. Так, где они там воюют? Где-то недалеко, я слышу. Ну, свобода вроде как, она нейтрально ко мне относится. По идее, не должны они меня это... мне стрелять. Так, это я все заберу. А и патроны для дробаша я не буду брать. Ну, если попадаться там что-то будет, то может возьму. А так. Мне и так их нормально. Так, вот сюда. Ага, аномалия. Может что-то есть? Хотя навряд ли здесь что-то есть, потому что здесь вон сталкеры обосновались, они уже, наверное, все почистили здесь. Давайте посмотрим, что у них здесь за привал. Здорово, брат. Здорово. Так, здесь по-любому что-то вкусности есть какие-то. Водка. Окей, водка. А я здесь сейчас... Ладно, водку сюда. Это так. Я сейчас здесь немножко оставлю припасов. А в принципе, все. Водку и гранату одну. Так. Привет, брат. Здорово. Что-то интересует? Что это за место? Это парень барахолка, а мы на ней. Соответственно, барахольщики. Торгуем по малеху, чем бог послал. Правда, скажу тебе, товар у нас идем по большей части откровенное барахло. Зато хоть мы и не на войне... А, не на волне, но барахты все еще вполне бодро. А ты что, торговать пришел или так? С бухты-барахты? Так, чем торгуешь? Значит, с таким хламом, что в крайний раз нарыл, то и продаю. Ну и по мелочи там, что наменялось. Все-таки в зоне бартер великая сила. А, ты здесь единственный торговец? Да нет, конечно, тут и другие ребята приторговывают. Просто у нас правило есть. Крупные сделки только после захода солнца. Так-то днем один я торгую. У меня и товар недорогой, и немного его. А вот по ночам здесь самая жизнь начинается. Товар уже идет совсем другой. Да и народ поразговорчивее становится. Не боишься налетов бандитов? Боюсь, конечно. А что делать? Жить ведь как-то надо.
Правда, осторожности мы уже научены. Днем у нас одна мелочевка на прилавках, чтобы лишнего внимания не привлекать. И то стараемся особо не шевелиться и поменьше дышать. Знаешь, береженного Бог бережет. Ладно, пока ничего не бывает. Погоди, он торгует. 5 косарей у него всего. И давайте, так, 20 килограмм я это оставляю. Так, вот это я хочу продать. Сколько? 2, да? А, ровно 5, короче. Все, давай мне свои бабки, и я пошел. Привет, брат. Я пошел. Что скажешь? Договор. Так. Понятно. Это обычный сталкер. Так, а ты еще у нас? Привет, наемник. Слушай, мужик, жизнь не такая плохая штука. Насчет свежака. Какого свежака? Да, смотри, какая ситуевина. Свежак, он из нашей диггерской братнии. Должен был принести мне свой старый КПК. Да куда ты исчез? И сам не появляется, из его группы никто на связь не выходит. А мне эта хреновина нужна именно сейчас. Я бы и сам смотался или вон авоську отправил бы. Только вы, как назло, в ближайшее время должны тут торчать. Может, у тебя выйдет притащить мне этот КПК? Ну, чё, давай. Можно, где я могу найти этого свежака? Где его найти, это уж черт его знает. Он человек вольный, но лагерь его как к югу отсюда, за цистернами и горой хлама. Если свежак там, скажи ему, что ты от дикого напра. Ну а если даже его и не будет, ты залезь к нему в ящик для инструментов. Там под вторым дном должен лежать тот самый КПК. Под мою ответственность, запомнил? Так, знаешь, был я в том лагере, ни одной живой души и куча порванных клочья трупов. Ах, мать их тоже. Понимаешь, какая-то хрень по ночам бродит по свалке и нападает на тех, кто плохо вооружен. То есть на нас, диггеров. И главное, никто пока не выжил. Никто не расскажет, кто это и что. Жизнь диггерская, мачеха, недобрая. А, раз такое происходит, тебе уж точно не время себя жалеть. Это верно, ты прав. Так, запомнил, где взять КПК? Запомнил. Вот и гуд. Так. Ящик инструментами, погоди. Это где? А, это я только что здесь был, где диггеры были, да? Получается. Ну, в принципе, можно смотаться туда, чё. Сейчас я пока еще здесь посмотрю, что здесь еще есть. Я туда наверх не залазил. Понятно. Чё тут до спящего докапываешься? Здорово, друг! А, чё, шухер? Блин, перестремал меня. Ты чё, не видишь, я сплю? Ну, извини, бывай. Нормально. Видать, плохо ему спится, что-то ворочается. Так что, ну, в зоне понятно. А, куда можешь меня отвезти? Хорошо. Ну, в принципе. Ну, в принципе, гуд. Здесь со всеми разобрались. Посмотрели. Кто и что здесь есть. Бляха, погодка еще что-то не на шутку. Погнали, короче, за КПКшкой загоняем. Че уж там. Раз не так далеко, в принципе, да? Сейчас по-бурому сделаем это. Он там говорил, какая-то тварь. Но, знаешь, под тварью. Вот когда вот выполняешь, короче, вот эти вот побочные всякие квесты, короче, да, что в тенях Чернобыля было под тварью, как бы, бляха, и всегда, чаще всего, короче, имеется в виду этот, знаешь, кровосос почему-то. Так, ящик с инструментами. Окей. Погоди, а есть там что-нибудь это? Старый КПК найден под фальшивым. Бляху! А! Это этот? Как их называют-то? С
Сникерс. Бля, как это? Как это? Снорк. Снорк, да, снорк. Сникерс. Окей. Я-то думал, это там кровосос. Кровосос-то помощнее будет, чем это, снорки. Хотя снорки тоже, бляха. Надо нормально попасть успеть по норкам. Иначе своими прыжками он заколбасит. Так, кстати, недалеко. Можно тоже заглянуть. О, хорошо. Я заберу все. Ну, в принципе, что, небольшую денежку подзаработали, наверное, скорее всего, да? Автомат можно убрать. Я смотрю, здесь никого нет. Это что? Свободовицам шастает. Я хотел бинокль посмотреть, ну ладно. Забыл, на какую кнопку у меня бинокль, короче. Хрен с ним. Неважно, в принципе. Здорово, брат. Так, насчет свежака. КПК у тебя? Ага, вот держи. Мужик, ты меня просто спас. Вот, держи за труды. Так, сейчас глянем. Черт, только 1500 штуки. Видно, за последний заказ ему не заплатили. Так, понимаешь, мы со свежаком, светлая ему память, использовали этот КПК, чтобы деньги друг другу передавать. Так вот, мне сейчас позарез нужны финансы, а свежак так и не смог собрать, сколько обещал. Теперь надо где-то достать еще 2 штуки. А я уже и так выскреб все, что мог. Так, он мне патроны дал. 9-19, которые мне нахрен не нужны. Водки казак. А, бывает в жизни огорчение. Хотя, постой, есть у меня одна вещь, классный медкомплект. Я на него пока не нашел покупателя. Может, он тебя заинтересует? Я вообще хотел его продать за 3 куска, но раз уж такие дела, отдам тебе за 2. Что скажешь? Медкомплект, бляха. А что у него за... Что это за медкомплект? В принципе... А, тихо, погоди. Сколько у меня бабла? 38. Местным людям мое почтение. 2000 мне погоды не сделать. А, всего за 2000. Я бы и дешевле отдал, только мне никак меньше 2 штук нужно. Купишь? Медкомплект за 2000? Ладно, давай, пригодится. Мужик, ты меня знаешь, как выручил? Вот твой медкомплект. Научная аптечка. А, знаешь, черт с ней, с конспирацией. Может, и я глупо поступаю, только мне кажется, можно тебе доверять. Понимаешь, этих 2 кусков мне не хватает на покупку партии оружия у контрабандиста. Теперь я хоть как-то смогу вооружить своих ребят. Ага. А при чем тут доверие? Дело в том, что авось как раз сейчас отправляется на встречу с контрабандистами. Если бы у него были эти 2000, он смог бы не просто застолбить для нас эти стволы, а сразу их забрать. В общем, я прошу тебя, отнеси эти деньги авоське. Вот координаты места встречи, а сейчас маякну ему, чтобы тебя дождался. Но ты все равно поторопись, лады? Окей, лады. Хорошо, если я в тебя не ошибаюсь, не ошибся. Спасибо заранее. Ну давай, пока. Не за что. Чё он там? Принести авоськи 2000. Это вот сюда? В принципе, тоже недалеко. И как раз смотри, в обрезке трубы там есть флешка эта. Здорово, брат. Бляха. Ну пойдем. Поможем брату сталкеру. Вон авоська, походу, стоит, да? А, в смысле? Это не авоська. Или авоська? Красный. Помогает. А, войско. А, бандит, поэтому и красный. Ну ладно. Бабки у него, пацаны! Бляха! Собака, я когда увидел вот это, то, что он красный, я так, бляха, я подозревал, что какая-то жопа. Что? А войско тебя в засаду заманил?
Леха, граната опять. Не замочил. Ну как, сдох он, гаденыш этот? Ты глянь, может, у него есть что важное. Готов. Сейчас гляну. Погоди. Готов. Так, по-моему, еще один, да? Если по бородару я не ошибаюсь, еще один. Так, тихонечко. Леха. Все, готово. Отлично. Так, а сейчас флешку сразу заберу. Куски трубы, он говорил. В этой? Флешка, хорошо. Так, радиация немножко наглотался. Так. Бляха, патронов что-то маловато у меня осталось. От этого. А, ну хотя у меня обычный, если это бронебойных, у меня мало осталось. Так, хорошо. Так, хорошо. Бинты. Бинты это хорошо, бинты пригодятся. Хорошо. Я смотрел. Лапища такая. Так, авоська. ПДА контрабандиста? Ух ты. А ну-ка, ну-ка. Слушай, выведи мне последние записи. Так-с. Ага. Есть. Есть координаты схрона с оружием. Сейчас своих ребят туда отправлю. А пока иди ко мне. Разговор есть с глазу на глаз. Окей. Поговори с диким напром. Блеха, такой мутный чел вообще. Какую-то хрень меня втянул в авантюру свою. Вот хотел помочь просто брату сталкеру, короче, да? С делами. Он меня втянул в какую-то авантюру просто. Вот так и доверяй. Привет, наемник. Принес КПК контрабандиста. Спасибо. Блин, наверняка же контрабандиста сам Авоська бандитам и сдал. Эх, вот и верь людям после такого. Авоська ведь сам в концлагере сидел. А, все равно шкуриный интерес сильнее оказался. Ладно, это все в прошлом, как и сам Авоська. Кстати, мои ребята уже забрали оружие из хрона. Оружие для атаки концлагеря. Думаю, теперь я могу рассказать тебе об этом. А, понятно, да? Теперь они что, в концлагерь туда отправятся, что ли? Где вот стоянка, помните, да? Так, КПК контрабандиста, патроны, дротик. Ну ладно. Только учти, я уже освободил диггеров из концлагеря. А, вот так, да? Слушай, мужик, жизнь не такая плохая штука. Чего ты все время это повторяешь? Что жизнь не плохая штука. Бывай. Окей, бывай. Ладно, друзья, так. С этим мы с вами разобрались. В принципе, да? Так, граната. А, бляха, это же мой схрон. Гранаты так. Две, да. Водку я вот так убираю. Так, научную аптечку оставляю. Надо флешку кому-то отнести. Я не помню, кому это надо. Так, это что за патроны? Нужны патроны. Так. Ну, в принципе, да, все. В принципе, все. Ну, посидим у костерка, выпьем водочки, колбасочкой, закусим, вот, и видос у меня, короче, подошел к концу, вот, отправимся в следующей серии, значит, куда мы отправимся с вами, здесь мы посмотрели, здесь мы были, так, концлагерь это все, ага, ага, флешку я забрал, я не знаю, надо вспомнить, кому мне эту флешку надо отнести, вот, возможно, в следующей серии мы отнесем флешку, вот, и, короче, отправимся
Куда? В темную долину, да? В темную долину. Отправимся. Там уже будем решать, что, куда и попрем. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся в Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.